Они делают инъекции, перевязки, дают лекарства. Они являются помощниками врача и опорой пациента. Но когда в выздоровлении или после успешной операции благодарят и чествуют врачей, медицинские сестры зачастую остаются в тени. Сегодняшний день тому исключение. В преддверии своего профессионального праздника в актовом зале областной клинической больницы собрались медицинские сестры из лечебных учреждений Рязани и области. Ваша добрая душа, ласковое сердце, руки – все это способно сделать, чтобы буквально из небытия поднять нашего общего больного. И тысячи, десятки тысяч рязанцев благодарны вам, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное, спасибо. Они все выполняют общую работу, но у каждой есть свои особенности. У Натальи, например, пациенты – это люди, которые находятся под стражей. Специфика моей работы заключается в том, чтобы относиться к моим пациентам так же, как к обычным людям. То есть, несмотря на то, что они совершили какие-то преступления, может быть, или правонарушения, мы должны к ним относиться прежде всего как к больным. 34 года, и это стаж медицинской сестры САСовской травматологии. И она до сих пор признается в любви к своей работе. Я люблю свою работу, очень люблю. Вот. Оказываем медицинскую помощь, экстренную помощь оказываем. Все прекрасно, коллектив хороший. Я очень довольна. Елена – труженик операционной, и ее стаж работы тоже поражает – 31 год. За это время, признается она, было много предложений поменять работу, но изменять призванию она не стала. Я старшая операционная сестра, у меня очень сложная работа, поэтому таких много случаев было, конечно, много. Вот, но самое главное, когда человек вытаскиваешь с того света, это самое главное. Экстренные случаи, и мы очень рады, когда мы с ним справляемся. Лучшие медицинские сестры были награждены почетными грамотами, ценными подарками и, конечно же, цветами.